Здравствуйте, дорогие друзья! Начинает свою работу в эфире телекомпания «Нальчик». Вы смотрите программу о главном и не только. Недавно в музыкальном театре состоялся первый сольный концерт Эльдара Жаникаева. Предлагаю вашему вниманию телевизионную версию. Я закат и рай.
меня приехали поддержать мои друзья, не только коллеги, близкие друзья, которые всегда со мной рядом, которыми я восхищаюсь не только как друзьями, точнее, не только как коллегами, а еще и как друзьями. Красивые, талантливые. Одна из них, приехала специально на этот концерт, специально для вас, специально ради меня. Камиля, пожалуйста, встретьте ее, как полагаю. Спасибо. Вообще ни одного человека, вот два фонаря. Вот я теперь очень рад вас всех видеть. Спасибо, спасибо. Прекрасная реакция на свет и у зала, и прекрасная реакция у свидетелей на слова человека со сцены. Я один из тех, кто на халяву пришел на концерт сегодня. Я-то обрадовался, думал, буду смотреть. Нет, оказывается, надо что-то сказать. Я думал, буду представлять гостей Эльдара. Нет, оказывается, он сам их будет представлять. И сегодня тот день, когда мне надо запомнить только одно имя и одну фамилию. Но на сегодняшний день это самые главные имя и фамилия. Поэтому я буду вот так бы там сказать, когда гости придут к нему, он сам их позовет. Когда они спели, уже я буду выходить, что-нибудь такое изображать, чтобы вам было легче понять. Обратите внимание, это самая единственная оставшаяся фотография. Вот здесь, на этом круглом экране. Это тот самый экран, который был на концерте его группы Pink Floyd в Лондоне. Поверьте мне, это он. Да, много людей этот концерт смотрели, это приятно. Это приятно. Мы решили, что плохо, если мы повторим за этими ребятами. Тем более, они тоже с Булунгу. Они не обидятся. Ну, в общем, не буду томить вас долго, потому что у меня еще несколько выходов, я успею наговориться. И пока меня не стрельнули дротиком с транквилизатором, а они сказали, что будут стрелять, если я сразу не уйду со сцены,
Я зову сюда этого самого главного человека. Просить вас его поддержать нет смысла, потому что сюда пришли все те, кто знали, куда идут. Кого обманули, и он не знал, куда идет? Кто-нибудь? Нет, все знали, куда пришли, да? Ну тогда, друзья мои, я вновь приглашаю на эту сцену человека, у которого сегодня первый сольный концерт, и уже давно было пора. Эльдар Жарикаев! Thank you.
святой, я понял, прихожу тебе, хоть что поныне у нас не угас. Земля отцу, бесценная земля, мой край, Калатина, Болгария, мой край, земля бесценная.
брат мой, от всей души, от всего сердца, под эти прекрасные бурные аплодисменты говорю на русском языке, чтобы каждый из вас понял. Это твой первый шаг. Дай лав, дай Всевышний, чтобы этот толчок был на такую высоту, чтобы вниз смотреть тебе было приятно, но немножко страшновато, чтобы ты мог преодолевать такие ступени в своей жизни с легкостью, чтобы такие аплодисменты, такая поддержка родных, близких была всегда рядом с тобой. Спасибо, родные. За талом болсун, арю болсун, кёп болсун, игисы болсун, кёп жаша. Сау болу. Дергелей, сау болу. Будет выступать Алим. Алим. Аппае. Встречайте нашего дорогого брата. Эльдар, шлайма. За талом болсун. Сау болу. Спасибо вам за ваши аплодисменты. Это за кулисами передают, а мне за это платят. Спасибо за аплодисменты. Спасибо за горячий прием. Спасибо вообще за горячее. Горячие уже подали тоже сюда за кулисы. И стойка. Посмотрите, она в каком укороченном виде. Но это не меня подкалывает, вы не подумайте. А могло бы показаться, да? А сейчас, раньше назвали барабанщики, но потом сказали, что это не культурно. И теперь дуэлисты. И мне очень приятно, что мне подсказывают, что надо подвинуть стойку. Вот так нормально, Дмитрий? Спасибо большое. Если я не ошибаюсь. Да, совершенно верно, совершенно верно. Итак, студия Димы Кочелаева.
так скажем, творческий коллектив «Ритмы Кавказа». Вот сейчас ваши аплодисменты. Это детишки, которые будут вам сейчас просто на барабанные перепонки давить с такой силой. Единственное, что мне осталось уточнить. Дима, микрофон включенный, плюс-минус. Фонограмма или как? Он не говорит, он улыбается, но...
позначатты. Субтитры сделал DimaTorzok.
таза, давал нам дыр за манда.
Спасибо тебе, да. Спасибо. Ассаламу алейкум. Айтар сен керді да, ике адамсын. Как в песне сказано, у меня есть две любимые вещи. Это семья и инструмент. Браво! Поздравляю, Захаром Гусаханович. Дорогие друзья, родные мои, потихоньку близится к завершению мой концерт, первый сольный концерт. Вы мне очень дороги. Вы были со мной, когда я сделал этот просто очень важный, большой шаг в моей творческой карьере. И мне очень радостно, что это произошло именно здесь, в моем родном городе, где живут мои родные люди, моя семья, и вы тоже мои родные люди. Спасибо огромное, что вы мне сегодня помогли. Спасибо большое. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Увидимся в следующей программе о главном и не только. Будьте счастливы!